Привет, друзья! Некоторые из вас уже знают, что наша образовательная программа «Сотка» стала доступна в виде приложений для устройств на базе iOS и Android, так что можете ее скачать и установить. И по этому поводу я решил подготовить видео, в котором расскажу 5 главных причин, по которым стоит установить это приложение и пройти нашу программу. Если вдруг вы не в курсе, то «Сотка» — это образовательно-тренировочная программа, разработанная специально для начинающих, а также для людей, которые возвращаются к тренировкам после длительного перерыва или травм. С момента ее появления в 2013 году и по настоящий момент в ней приняло участие свыше 350 тысяч человек со всего мира. Главная задача программы — это восполнить образовательный пробел в области физической активности и здорового образа жизни. И для реализации этой задачи мы проанализировали более 1000 источников, начиная от школьных учебников по химии, физике, биологии и заканчивая самыми свежими научными публикациями в зарубежных рецензируемых журналах. Структурировали это в виде 100-дневного курса и представили в виде удобной, понятной и эффективной образовательно-тренировочной программы. Но это только одно из двух главных отличий нас от всех прочих программ. Второе заключается в том, что мы используем статистическую информацию, анализ больших данных, получаемых от участников, для того, чтобы модифицировать каждый последующий запуск программы и делать его еще более эффективным. Программа состоит из трех частей: это базовый блок, продвинутый блок и турбо-блок. В базовом мы рассматриваем все основные темы и даем ответы на вопросы, которые чаще всего возникают у новичков. Мы рассказываем про упражнения, мы рассказываем про питание, про то, как правильно дышать во время выполнения упражнений, сколько пить воды, как часто можно тренироваться и так далее, и так далее. В программе есть ответы абсолютно на все вопросы, которые у вас могут возникнуть. Вот я сейчас серьезно, за 3 последних года я не встречал ни одного вопроса, ответ на который бы уже не было в сотке. И если вы не верите мне на слово, то просто пройдите программу, вы сами убедитесь и очень сильно удивитесь. Продвинутый блок подобен базовому, но уже на следующем уровне. Если в базовом мы говорили о простых упражнениях, то в продвинутом мы начнем изучать разнообразные продвинутые техники выполнения упражнений, которые сделают ваши тренировки намного более интересными и интенсивными. Кроме того, мы еще раз пройдемся по вопросам питания и всем смежным темам, но уже на более глубоком уровне будем рассказывать, например, про гормоны, про устройство организма, про работу различных систем и так далее, чтобы у участников создалось более полное, более глубокое понимание того, как работает организм и что нужно делать, что нужно изменять для того, чтобы добиться желаемых целей. При этом в программе не будет никаких готовых советов из серии «не ешь после 6», «не ешь яблоки», «перестань есть жареное», «выкинь сладкое». Нет. Мы даем только научную проверенную информацию, а уже участники самостоятельно решают, что с ней делать. Как говорится, знание немногих принципов освобождает от необходимости запоминания многих фактов. В случае нашей программы это также говорит о том, что ты сможешь похудеть, не отказываясь от любимой еды. Как это вообще возможно? Узнаешь? Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, верно? И тем не менее, это именно так и есть. Можете посмотреть результаты участников предыдущих запусков программы. Они все есть в открытом доступе, как на статистическом уровне, так и очень большое количество открытых отзывов с фотографиями, с результатами изменений. И вы удивитесь, насколько эффективна программа «Сотка». «Сотка» — это образовательно-тренировочная программа, и вся тренировочная часть строится вокруг упражнений с использованием вес собственного тела и силы гравитации в качестве источника сопротивления. Таким образом, вы сможете тренироваться где угодно и когда угодно, а сами тренировки будут занимать сравнительно немного времени. К сожалению, сейчас многие недооценивают традиционные упражнения с собственным весом, такие как подтягивания, отжимания, приседания, и это отчасти связано с агрессивным маркетингом со стороны фитнес-индустрии, которой вам нужно что-то продать. А когда вы делаете отжимания, вам ничего для этого покупать не нужно. Поэтому одна из задач нашей программы – показать вам, что упражнения с собственным весом, несмотря на то, что они бесплатные, также являются очень эффективными и могут быть очень интенсивными и соревноваться по результативности с упражнениями на тренажерах и со свободными весами, а даже и превосходить их. К тому же, упражнения с собственным весом учат вас владеть вашим собственным телом и являются отличной стартовой площадкой для любых других спортивных дисциплин или активностей. Мой любимый пункт. Автором программы является Антон Кучумов, то есть ваш покорный слуга, также являющийся одним из основателей уличной субкультуры Workout. Я не являюсь профессиональным спортсменом, тренером, фитнес-моделью или чем-нибудь в таком духе. Я работаю в IT-компании руководителем и большую часть времени сижу за компьютером. Но на своем собственном опыте я убедился, что регулярные тренировки на обычных уличных турниках и брусьях и внимательное отношение к тому, что ты ешь, могут давать поразительные результаты. Главное — это понимание того, что и почему ты делаешь.
Вместе со своей командой мы собрали информацию с более чем 1000 источников, структурировали ее и представили в виде удобного и понятного даже для самого новичка курса, которым сейчас и планируем поделиться с вами в виде образовательной программы «Сотка». Для того, чтобы привести себя в форму, не требуются никакие дополнительные финансовые затраты. Не нужно покупать абонемент в фитнес-клуб, нанимать тренера, пичкать свой организм странными биодобавками. Нужно просто начать регулярно выполнять простые физические упражнения и следить за своим питанием, чтобы обеспечить баланс по калориям и по макронутриентам. Но обо всем этом мы еще расскажем в самой программе. Кроме меня, также у нас есть сеть кураторов в более чем 30 городах в 5 странах мира, которые организуют открытые воскресные или субботние сборы участников программы, на которые прийти может любой желающий, они абсолютно бесплатны, и это отличный способ потренироваться вместе с единомышленниками, обменяться опытом, задать все вопросы, которые вдруг возникли в ходе прохождения программы, и просто отлично провести время в свой выходной. Лично для меня такие сборы являются зарядом энергии и положительных эмоций на неделю вперед. Программа существует уже 5 лет, и за это время мы смогли собрать ответы на 99% вопросов в самих инфопостах. Но если вдруг у тебя появится вопрос, ответ на который ты не сможешь найти, его всегда можно задать через механизм обратной связи, через обсуждение на форуме и через наш чат в Телеграме. Кто-нибудь из кураторов тебе обязательно ответит, причем достаточно оперативно. Но нужно помнить, что для нас вся эта программа является хобби, денег мы с этого не получаем и тратим свое собственное свободное время. Поэтому, если вдруг тебе не ответили молниеносно, не стоит расстраиваться. В последнее время стало появляться достаточно много проектов со словом «воркаут» в своем названии, которые на самом деле не имеют никакого отношения к этой уличной субкультуре и создаются различными паразитами. Одно из главных отличий – то, что настоящий воркаут всегда бесплатный. Он строится на принципе «каждый учит каждого» и «знание – это не товар». И точно так же наша программа абсолютно бесплатна. Действительно, в программе мы не будем пытаться тебе что-либо продать, не будем ничего навязывать и не будем ничего скрыто рекламировать. Вся необходимая информация для того, чтобы можно было привести себя в форму, будет в открытом доступе. Инфопосты открываются один за другим каждый день, для того, чтобы просто у тебя не было информационного перегруза. Батарейка на камере уже почти села, поэтому пора закругляться. Я перечислил 5 основных причин и, надеюсь, убедил вас в том, что стоит попробовать нашу программу. Если вдруг остались какие-либо вопросы, пишите в комментариях, я на все них отвечу. И до встречи на уличных площадках ваших городов. С вами был Антон, канал Workout Фитнес городских улиц. Пока!